Машин, конечно, кошмар сколько. Все залещем. Ребята, ну что, всем привет. Я рад приветствовать вас на своем канале. Наконец-то мы выбрались на очередную рыбалочку. Сменили мы водоем. Только что я вам показывал, сколько рыбаков, сколько машин. Водоем очень огромный. Сегодня попробуем ловить леща. Поставим также жерлицы. Но едем мы на 24 часа, приехали уже. Шматья, как всегда, куча. И с нами сегодня Леха. Леха суперский рыбак. Вы помните, мы с ним ездили на Уилги, кто смотрит меня уже давно, тот видел это видео. Ну что, собираемся и выдвигаемся. Посмотрим, что у нас в этот раз получится. Как бы до места бы докатились. Вон рыбаки еще пошли. Давай быстрее. Потихоньку, ребята, двигаемся. Вот так вот ездят на буранах. Закидывают просто рыбаков на точке. Но мы с Лехой все тащим. Также там рыбаки идут. А слева от меня получается с палаточкой. Вон, у него там дым идет. Красота, печка стоит. Идем дальше. А то нас обгоняет на эстафете. Вон там чувак топит просто. Фух. Дальше идем. Запыхался чистить. О, спортсмен рядом с нами встает. В общем, почистили под дно, размечаем, буримся, ставим палатку. О, у рыбака, у одного спросили, говорит, ну поймал пару лещей, 4 где-то. Один от меня, один от Лехи и 2 тут так на рыбалке. Ну все, буримся. Давай, Леха, покажи мастер-класс. Ну, красавчик. Ну, посмотрим, сможет ли он 10 штук. Это у него первое просто. Все, помогаю.
Вот ребята поставили палаточку, там вон чувак мучается тоже, и люди пришли. Вот тут у нас вход, Леха уже стелит дно. Все, включусь, как расположимся. Красота, конечно. Просто сказка. Вот, ребята, поставили палаточку. Сейчас выставим жерлицы. Леха уже немножко... А, как сыро. Леха насверлил уже. Вот такой живчик у нас. Живец небольшой. И прям вот так вот за хребет я его. Почему-то вода давит. Все, отпускаем. Глубина здесь большая, около 10 метров. То есть это грузик падает на дно. Сейчас как грузик коснется дна, я немножко приподниму рыбку где-то на 20 сантиметров. То есть все еще падает. Ничего себе. И планируем поставить где-то 9 жерлиц. Видите, да, глубина какая? Так, и лески хватить не может не хватить. Все. Чуть-чуть приподнимаю. И фиксируем. Так, ставим мы вторую уже жерлицу. Руки замерзли. Так, как бы он не убежал. Малыш такой. Все, готов к бою. К бою готов. Ну все, как поставим все жерлицы, включусь, покажу. Ну что, ребята, вот 7-я жерлица получается. Устали сверлить вручную, это капец, конечно. Люди там шуруповертами сверлят. Рыбаков немножко прибавилось. Вот Леха делает красиво. Первый раз, да, делаешь? Да. На, флажок. Сейчас опустим. Вот такие мы рыбаки. Так, видите, да, где жерлицы? Вот там у нас. Первая, вторая, третья. Тут четвертая. Пятая. Леха ставит шестую. И вот там, что ли, седьмая. Ну, как-то так. И переходим ловить леща. Сейчас Леха сделает. Идем в палаточку. Вот так вот у нас уже в палатке. Просто пока накидали все. Сейчас все сделаем. Там тоже красиво. И уже начинает холодать. И что самое плохое, под снегом вода. Видите, да? То есть шаг сделал, можно провалиться вот так вот в воду. Все, за лещом. Выставили жерлицы. И у нас уже технология
отработано по старой схеме. Куда вот это, да, девать, когда чистишь лунки? Сковородочку. Все раскладываю, шмотье все. Когда будем прикармливать лунки, покажу. Ребята, закармливаемся. Посмотрите, какие кошмарики. Так, как, где? О. Ужас просто. Они шевелятся, все, хорош, Лех. Вот такие кошмарики. Сухарь. Так. Да, закармливаемся. Почему-то это все так долго у нас происходит. То есть это у нас вторая лунка. Одну мы уже закормили. Глубина хорошая. Лески не хватает до дна отпустить. Поэтому как можем, делаем. Все. И дергаем. Сейчас промоется она там. Отлично. Вот так вот мы лунки закормили. Сейчас третью закормим. И уже будем закидывать удочки. То есть весь процесс я вам не показываю такими это переходами. Блин, на месте крутил. Закинули, ребята, мы удочки. И в ожидании чуда. Прошло часа три. Здрасте. Не клюет. Леха сходил, проверил жерлицы. Сейчас еще подожди минутку. Говорит, не клюет. Сработок нет. Сделали мы с Лехой такой ужин. Просто картошку с фаршем. Просидели уже часа 4. Уже в 6 мы расположились. Уже 10 часов. 4 часа просидели уже. Не клюет. Вот самое то. Перекусить. Леха, получилось обалденно. Я знаю. Будет клевать, включимся. Всем приятного аппетита, кто кушает. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. А мы ужинаем. Время уже 3 ночи. Взяли с собой бугор. Думали, будем тут таскать сейчас рыбу. Но не там-то было. Нифига не клюет. Вот так вот на улице похолодало. Тут около палатки прям жерлица стоит. Сработок нету, ходил, проверял. Видимо, так свет горит в палатках. Ну, в этой, видимо, просто они с фонариками на лбу. И люди сидят, рыбачат. Ну, мы думаем прилечь поспать. Так как утром можно еще попробовать половить рыбку. Так что все, давайте всем до утра. Доброе утро, ребята. Аж пар идет.
ночью было холодно, под одним спальником я замерз, потом укрылся вторым, Леха одел валенки. Кошмар, конечно, ночью было холодновато. Пока ничего не клюет. Одна сработка была на жерлице, и то холостая. То есть ночью я ходил, проверял, и Леха также ходил, проверял. И тут одна крайняя сработала. Я посмотрел, живца даже не покусали. Почему сработало, не знаю, какие-то природные факты, наверное, может быть, ветер, еще что-то. Рыбаков все прибавляется, там охереть, что творится. Попозже вам все покажу. Сейчас по плану пьем чай, просыпаемся, закармливаем лунки, пытаемся еще раз что-либо поймать. Если не поймаем, то собираемся, едем домой. Вот такие мои рыбаки-неудачники. Аж нос мерзнет. Такая вот утренняя обстановочка. Уже кофе выдержал. Тут рядом с нами рыбачок встал. Рыбаков кошмар, конечно. Вот сколько людей утром прибавилось, конечно, очень много. Это как в магазине, знаете, сказали, скидка 50%, все бегут в магазин, а тут все на рыбалку. Там вон вдалеке испарение идет, там теплая вода. Почему-то там вот вообще никого нету. А ночью сработка была вот у этой жерлицы. Сейчас потихоньку снимать их буду. Ребята, выпускаем живчика. Давай, Лех, зарыбляем. Уже собрали все жерлицы, удочки, потихоньку собираемся домой. Че, уплыл почти? Конечно, есть дохлый. Ну и пускай. Не шевелится. Так, чухается, уплывет, рот открывает. Отойдет, может быть? Может. Все, собираемся домой. В общем, рыбалка, как обычно, не удалась. Ничего не поймали. Зато отдохнули неплохо. Конечно, столько рыбаков и каждому по рыбке. Тут столько рыбы-то нету. Да, Леха? Да, Миша.
добрались мы до машины. Еле ее нашли, потому что машин вообще прибавилось. Уже загрузились, Леха переодевается. Вот так вот люди с семьями выезжают. Целый палаточный городок. Ну а мы, ребята, отправляемся домой. Кто не подписан, обязательно подпишитесь. Поставьте лайк или дизлайк, это тоже все хорошо. Комментарии не забывайте. И до новых встреч. Всем пока.